Всем привет! Небольшой ролик, так сказать, разминочный, про велокомпьютер. Тема достаточно узкая, поэтому подробно останавливаться не буду. Если кого заинтересует тема, значит, ну, пишите в комментариях или на почту. По сравнению с первой частью, которая в начале лета выкладывал, со стороны железа особо ничего не поменялось. Единственное, что вот выписал вот такую платку Lalin VMS 32 вместо ESP32 простой девкита, потому что она стоит вообще-то чуть дороже ESP8266. Но самое главное, что у нее нет распаянных пинов, и ее, в общем-то, удобно в коробочку помещать. Ну и достаточно GPIO, то есть на вырост сказать, так сказать. Все, с стороны железа ничего не поменялось. Там в первой части достаточно подробно все рассказывал. Что из нового? Добавил по FTP, можно копировать настройки. Апдейт по воздуху. Полноценный сон, легкий и полный сон. Легкий сон действует, когда трек включен, а полный сон, когда трек не включен. Соответственно, просыпается от нажатия, полный сон просыпается от нажатия энкодера кнопки, а легкий сон просыпается либо от нажатия, либо от гиркона. Вот как сейчас. Вот. Вроде как едем. Ну и самое главное изменение – это визуально. То есть я сделал чисто под себя уже экрана. Добавил большие цифры, чтобы удобно было смотреть. Ну и экраны стали, возможно, стало настраивать. В двух словах просто объясню, как их настроить. Все настройки хранятся в сеттинг и в конфиг. Когда настроили, надо в SPIFS загрузить файлы с папки Data. Примерные настройки, вот как у меня, можно посмотреть. Вот можно настроить. Сейчас я приближу, наверное. То есть можно сконфигурировать до 5 экранов. Ну, так, просто чтобы потестировать. Естественно, чтобы потом оставить себе, который нужен. Вот 1, 2, 3, 4. 5, 6. Вернулись на первый экран. Ну вот, хочу в этом видео просто рассказать, как настроить. В сеттинг определяем, сколько у нас экранов. Один по умолчанию. Если define 2, 3, 4, 5, раскомментировать или закомментировать, тогда определяем, сколько будет 2, 3, 4, 5. Ну, по умолчанию все раскомментированы. Все. В сеттинг больше ничего не настраиваем. Переходим в конфиг. TXT. И настраиваем там, что мы хотим видеть на экране. Визуально у нас есть скрин 1, скрин 2, скрин 3, скрин 4. Экран делится на 4 части, на 4 четверти. Каждую четверть можно отдельно настроить. Есть функции, которые рисуют на одну четверть большими цифрами. То есть они строго определены и прописаны. Их поменять нельзя. То есть, если мы хотим видеть время, ну, допустим, 15:40, которая левая часть экрана,
то эта функция называется, в принципе, в конфиг все я так пояснил в комментариях. В конце буквы B функция, это означает, ну, big значит. Time подчеркивание B. Time подчеркивание long B, продолжительность трека. Актив подчеркивание B, активная продолжительность. Дист подчеркивание B, дистанция. И speed подчеркивание B, это у нас скорость. То есть, если мы на 4 четверти я объяснил, что делится экран. Первая четверть называется левая верхняя A1, B1, C1 и D1. Соответственно, мы прописываем в конфиге, что мы хотим видеть. Если мы хотим видеть на экране на верхней и левой части время, значит пишем time A1 равняется dist подчеркивание B. Не равняется, а один двоеточие dist time подчеркивание B. Но если мы на B1 хотим видеть. Так, ну, про большие я, в принципе, объяснил. Вот большая прорисовка идет у нас дистанция. Ой, время, дистанция и скорость. То есть они как бы как константы, эти прорисовки уже заданы. Но мы можем на экране разместить свои функции, свои параметры, которые мы в данный момент хотим видеть. Вот, допустим, на B1 у нас прорисована длительность трека T-long и T-active. То есть сколько мы активно крутили педали. Ну, сейчас он не показывает, потому что я недолго этим делом позанимался. То есть как минуту мы вот простучим, прокрутим, так оно и появится. Будет активная минута. Screen 2 настраивается точно так же. Если он определен в сеттинг Define Screen 2, значит мы можем определить A2, B2, C2, D2. В данном случае у нас на втором экране A2 будет длительность, дальше активное время, скорость максимальная, скорость средняя и количество оборотов. Но они, так как не разделены, и чтобы все поместилось, они просто отделяются одним пробелом. Ну, средней скорости нет, потому что надо проехать 300 метров, или сколько вы определите в конфиг тексте. Ну все, количество оборотов 37. До 6 параметров мы можем поместить на один экран. Соответственно, шрифт будет уменьшаться. Если мы хотим прописать свой один параметр, вот допустим в C1, у нас прописано, ой, в C2 прописана скорость. То есть не без подчеркивания big, а просто V. Там увидите, в конфиг они помечены, как обзываются все эти параметры. Соответственно, будет максимальный шрифт подобран, чтобы отразить этот параметр. Если у нас, допустим, будет прописано где тут? Вот два параметра. Как видите, вот на A1, а на A3 и B3 прописано по два параметра. Прописана дата и прописано время. Соответственно, шрифт уменьшается, чтобы поместить два параметра. Длительность и активная длительность. На следующем экране у нас прописана большая скорость. Это дистанция. Дата, время. И на D, это какой у нас четвертый экран, по-моему, прописан три параметра. Сейчас посмотрю, что тут прописано. D4 прописан длительность поездки.
активное время и количество оборотов дабл. То есть, соответственно, шрифт подобран так, чтобы поместить эти три параметра максимально. То есть можно поместить от 1 до 6. Соответственно, все будет ужиматься и в ширину, и в высоту. Если вам достаточно одного экрана, вот, допустим, я, в принципе, пользуюсь только одним экраном на данный момент, вот, который сейчас, это первый экран, то надо просто закомментировать сеттинг screen 2, 3, 4, 5. Ну, в общем, пока все. В принципе-то меня все устраивает в данный момент. Пока, наверное, дорабатывать ничего не буду. Посмотрю, как этот OLED-овский экранчик доживет до весны. Зимой я катаюсь, но не часто. Ну, посмотрим. Если выживет, значит, можно будет что-то еще добавить. Ну, а пока все, в общем-то, устраивает. Ну все, будут вопросы, пишите в комментариях. Все, всем пока.